хотим поделиться с вами хорошими новостями о судьбе парка «Ангарские пруды». Вчера я был на приеме у Надежды Рафаэльевны Перфиловой. Она рассказала о том, что городом принято решение включить земельные участки площадью 1,9 гектара в программу «Мой район» и реализовать на этих участках общественное полезное пространство для всех нас, для жителей севера Москвы. Приятно, что наши усилия и все наши попытки сохранить парк, которые мы принимали с мая прошлого года, не прошли даром. Город услышал нас. Нас заверили, что при разработке концепции реорганизации этой территории будут учтены мнения и инициативные группы.